В мире с каждым годом растет число детей с аутизмом. По данным Всемирной организации здравоохранения, у одного из 160 детей в мире есть расстройство аутистического спектра. Статистика в стране тоже не обстоит лучшим образом. За последние 13 лет число зарегистрированных с этим синдромом детей увеличилось до 756. Ну а как обстоят дела в регионе? Сколько пациентов сегодня получают лечение в областном детском реабилитационном центре? Об этом в следующем сюжете. Это 6-летний Адилет. Если посмотреть, то во внешности никаких изменений нет. Играет, как и обычные дети. Нельзя сказать, что он болен аутизмом. Впервые 4 года назад его семья заметила, что он отличается от других детей, после чего обратились за помощью врачей, посещали различные лечебные курсы. В областной детский реабилитационный центр приходит с 4 лет, с тех пор на непрерывном лечении. Наш ребенок немного адаптируется к музыке. Теперь, если включить одну музыку, повторит ее через некоторое время. Поэтому мы приходим на музыкотерапию. Нам нравится центр. Когда впервые пришли сюда, внук плакал. Сейчас, наоборот, домой не хочет идти. Есть результаты, начал говорить. Нам нужен центр Асл Мирас в Алматы. Таких центров в Казахстане немного. Нужно получить квоту, чтобы посетить его. Мы не можем ее получить. Это для нас сложный вопрос. В целом, аутизм – это тяжелая форма отклонения в развитии ребенка. Это означает отсутствие отношений с социальной средой. Как симптом встречается при многих психических заболеваниях, но в некоторых случаях наблюдается в раннем возрасте и негативно влияет на развитие ребенка. Каковы симптомы аутизма? Человек не смотрит прямо в глаза, не играет с другими детьми, не выстраивает диалог, повторяет одно действие, не любит перемен. По словам специалистов, в последнее время в области растет число детей с аутизмом. На сегодняшний день в центре зарегистрировано 106 детей, из них 17 с расстройством аутического спектра и 17 детей, которые имеют симптомы аутизма. По словам врачей, это заболевание не может быть выявлено сразу. Чаще всего наблюдается в возрасте от 2 до 5 лет. Аутизм диагноз. Ставится в раннем возрасте с 3 до 5 лет. Бывает аутизм различного типа. Бывают трудные дети аутизм диагнозом. Ранное выявление болезни аутизма надо выявлять в ранном стадии ребенка развития. Подается очень трудно и сложно. Но в последние годы часто встречаются детей с такими расстройствами, как РАС, аутизм, синдром аутизма. В этот центр дети возвращаются через 3, а некоторые через 6 месяцев по закрепленному за ними времени. Врачи советуют родителям обратиться к специалистам, если вы видите какие-либо странные изменения в развитии ребенка. Таким образом, у ребенка будет больше шансов на выздоровление. Зейнет Гали, Айнгул Хайрулна, Артур Ботпанов, телеканал Атырау.